И я граф Хелл, это Террария, очередной обзор на Террарию. Посвящен этот обзор будет обмундированию именно Мифрил и Орехалк. Это два ресурса после хардмодный, точнее уже хардмодный хардкор режим. После того, как вы убьете стену плоти, у вас появится Святой Молот. Святым Молотом вы убьете Алтарь Смерти. И после второго алтаря смерти, убийства или уничтожения, у вас появляются две руды. В зависимости от того, как вам повезет. Или у вас будет Мифрил, или у вас будет Орехалк. Орехалк лучше, чем Мифрил. Другой сет бонус, другие параметры немножко. И смотрится он, мне кажется, поудачнее, чем Мифрил зеленый. Ну, за исключением, может быть, что-то на мага, что ли. Итак, чтобы его сковать, вам нужна будет печечка. Ну, слитки, это, естественно, это все пока обычно. И самое главное, вам понадобится именно орехалковая наковальня или мифриловая. Ну, вот они, собственно. В курсе молодого бойца можно узнать, как делать. Дальше поехали. Сковать поехали. Так, понадобится 125 слитков. Вот здесь видите, по 10, это для того, чтобы шлемы были разные. На все про все. Сначала начнем с малого, в хронологическом порядке. Сделаем сначала все мифриловое, с разными шапчонками. Посмотрим сет-бонусы, посмотрим параметры. В общем, посмотрим все. Так. И так, смотрим. Сначала мы будем одеваться в бойца, допустим. Так, оделись. Итак, смотрим. 37 брони. Каждая часть дает все по-разному. Так, это шанс крита в ближнем бою и плюс 10% урона. Сет бонус дает 5% шанс крита. Это тоже дает урон. И это дает крит. Ну, в общем, в принципе, 37 брони и проценты на криты и проценты на урон. Для ближнего боя. Больше никаких бонусов нет. Теперь переоденем шапку для дальнего боя. Так, ну это демедж криты, естественно. Шапка дает. Да, шапка дала нам в дальнем бою 7% шанс крита. И сет бонус 20% шанс, что мы не потратим пульки. Именно амма. Ну, ничего удивительного вообще. Все, в принципе, то же самое мы видели и в некросете, и так далее. Шапка нам дала 15% урон больше от магии и 60 маны. И сет-бонус 17% снижения потребления маны. Такое себе. Не, ну, естественно, это нормально для того, что если у вас больше ничего другого нету, сразу титан вы всяко-разно не соберете. Кирка внутри больше. Fast speed 150% power. Добывает адамантин и титан. Ну, она всяко-разно вам понадобится. Чтобы добывать адамантин и титан, даже на ней написано. Ну, хороший свой свойственный. Ну, это вот то же самое, как вот раньше вы не могли обойтись без этого. И также вы не обойдетесь, естественно, без мифрила. Ну, а если вам повезло, и у вас есть орехалк, а мне именно повезло, потому что у меня орехалк, то сейчас я покажу, что он может. Так. Еще каски. Латы, штанишки, буры, кирки и прочее.
Видите, уже луки не идут, идут уже именно арбалеты. Довольно-таки мощная тема, эти арбалеты. Так, танчик. Сначала у нас идет танчик. Так. Тут, наверное, придется выходить из дома. Потому что так я навряд ли покажу этот бонус. Во-первых, смотрится клево. Ну, не то, чтобы я там сторонник розовых всяких штучек. Ну, в принципе. Видите, полоска пролетела. Точнее, не полоска, а, наверное, луч. Лазер какой-то. Спасибо никуда. Ну, в общем, при ударе. Сейчас, может, там, когда вернемся, кто не будет, да, сейчас будет зомби. Я еще раз продемонстрирую. При ударе у вас дополнительная атака вот эта вот улетает, которая бьет не... Ну, бьет вот в эту полоску вовсю. То есть, если вы прямо ударите, и кто-то будет идти вот по этой полоске, там наверху лететь, возможно, там еще что-то, то ему нанесет урон. Это вот такая вот особенность брони вот этой вот орехалковой. Сет-бонус. Потому что там... То, что я прочитаю, возможно, не все поймут, что это такое. И в целом, 42 брони. Естественно, это больше на целых 5. Шанс крита. Скорость боя. Ближним именно бою. Скорость бега и боя, точнее. Так, ну, урон возрастает. И сапожки нам дают. Ну, тоже мускит нам дают. Ну, в принципе, все. Все на бег. В общем, шустренький такой сет. Бронявый, шустренький. Дополнительная атака и урона еще дает. Для ближнего боя. Так, теперь для дальнего. Шапка угарная. Вообще, такая капочка. Что-то мне напоминает. Шапка нам дает крит. Именно шанс в дальнем бою. Еще, в принципе, то же самое. И на мага у нас идет... На мага у нас 80 маны прибавилось. И 18% именно магический крит. В принципе, да, это хорошо. И для сравнения кирки, зеленая, 17-15, ну, не очень хорошо существовалось, у нас 165%, 30% шанс крита. Ну, она нужна, по крайней мере, нам тоже для того, чтобы добывать или титан, или адамантин. В принципе, очень. Ну, если мы весь мифрил, ну, что сделаешь? Ничего не поделаешь, придется ковать мифрил. Но если есть рехалк, то жизнь облегчится. Красивый, стильный, жесткий, дополнительные всякие плюшки, бонусы. Нормально все. Очень хорошая вещь. Итак, ну вот так в целом вроде бы и все. Вот они. Два, вот как они выглядят. Два последних. На стрелка, на ближнего боя и на мага. Это был обзор на орехалковую, мифриловую обмундирование полное. Ну, не стал я разбирать атрибуты именно кирок, там, буров, это вы все сами, честно, увидите. С вами был GrafHell. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорого!